Перспектива прожить без тепла до 18 декабря кажется не слишком-то заманчивой. По крайней мере, жители дома номер 15 в деревне Большие Жеребцы замерзать не намерены. 11 декабря бытовой газовый счетчик уехал на поверку в Москву. Срок тестирования его работоспособности не раньше 18 числа. Специалисты Монинского филиала Балашиха Межрайгаз счетчик демонтировали, поставили заглушку. Переходника нужного для временной подачи газа не нашли. И в них калача не оказалось. Сняли счетчик, все, ходили, пошли в машину искать, калач не нашел. Дом все-таки большой, отопление серьезное и требует водяное отопление, вода-то замерзнет. Ну как? Найти нужный переходник, так называемый калач, самостоятельно жильцы не смогли. С газовой службой отношения тоже не сложились. По словам жителей, газовики к тому же предлагают установить новый счетчик из их магазина. И тут, естественно, расходы возрастают. Цена прибора учета более 20 тысяч рублей. Телефон начальника Монинского филиала молчит. Дозвонились до бригадира. Мы звоним по поводу того, что счетчик сняли. Какие у нас перспективы? Я же вам давал уже контактные телефоны, не в моей компетенции. Жители надеются на помощь. Пока еще замерзнуть не успели, погода не совсем зимняя. Но что будет дальше, неизвестно. Наталья Медведева, Александр Ржевский, телерадиокомпания «Щелково».